Как так вышло, что по пенсии? Мама умерла 17 ноября 2019 года. А Пилка только 31 декабря об этом узнает. Потом, где была Пилка, да, где девочка была все это время, пенсии нету. Сейчас они документы пенсионный фонд сдали. Пенсии ни на маму, ни на отца. Вот этот промежуток. Почему вот работа такая складывается? Ну, по данным вопросам, то есть, если мы берем общий вот